Торжественный митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны объявляется открытым. Уважаемые дорогие ветераны, тингисепцы, гости нашего города, 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. И начались 4 года военного лихолетия. Сегодня нет ни одной семьи, которой бы не коснулось это горе. Мы не должны забывать, и не для того, чтобы копить в сердце злобу, а для того, чтобы этого никогда больше не повторилось. Присутствующим я желаю здоровья, мирного неба над головой и счастливой жизни для наших детей и последующих поколений. Уважаемые кингисепцы, сегодня, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Сегодня, в это время, рвались снаряды, свистели пули, погибали люди. Дорогой ценой далась победа, но самые большие потери были, конечно, в начале войны в 1941 году. Наша земля, кингисеппская земля, так уж географически расположена, что она одной из первых приняла удар фашистской Германии. На нашей земле братские захоронения, наверное, на одной из районов наибольшее количество. Сегодня мы чтим память погибших. Сегодня мы должны помнить о том, какой ценой далась победа. Мы говорим огромное спасибо. Сегодня все мало и мало их остается. Ветераны Великой Отечественной войны. Здоровья им, уюта, счастья. Всем им низкий поклон, опавшим вечная память. Уважаемые кингисеппцы, гости нашего города. Сейчас, сегодня, от лица молодежи я хочу выразить слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, детям войны, вдовам, всем тем, кто ковал победу на своих богатырских плечах в тылу и подполье. В интервью, которое сейчас показываю по федеральным каналам, его спросили. Победа произошла, потому что каждый человек отдавал все до последнего рубля. Владимир Владимирович сказал нет. Победа случилась, потому что каждый человек отдавал все до последней капли крови. И мы никогда не должны это забыть. Мы должны помнить и перенести эту память в будущее, чтобы никогда, никогда это жуткое, страшное слово «война» не прозвучало у нас. Всем мирного неба над головой и всего самого наилучшего. Объявляется минута молчания.